Короче, друзья, тема такая. Вчера получил письмо, блядь, что мне надо платить налог за транспортное средство. Ну, а транспортного средства у меня вроде как еще и нету. А, ну, вы знаете, да, что я мод купил. Значит, звоню я в магаз. Я говорю, а что, уже все на учет поставили, что ли? Да, блядь, на прошлой неделе все уже. Забыл тебя уведомить. Ну, тебе же не к спеху, ты же на права сейчас сдаешь. Я, ну, ладно. Так что вот такие дела, ребята. Мотоцикл уже стоит на учете. Просто стоит. Стоит пока еще в салоне. Чтобы мне его забрать, мне сказали, надо доплатить еще немножко денег под залог. Ну, потому что мне салон делает скидку, так как у меня права только как у новичка. Поэтому я 10% получаю скидки от салона. А так как прав у меня еще нет, я их предоставить не могу. Поэтому мне надо будет доплатить до полной стоимости мотоцикла. А потом, когда мотоцикл, точнее, когда на права сдам, я могу эти деньги обратно вернуть. Ну, то есть они мне вернут эти деньги. Я так подумал, блядь, ну пусть постоит еще 2-3 недели там, под крышей, в тепле, в безопасности, чем он будет просто так стоять у меня сейчас под возле дома на улице. Поэтому думаю, ладно, пускай. Что-то, блядь, у меня сейчас, меня так, что-то сейчас так тряхануло немножко в пот, в... Такое ощущение, будто немножко сахар упал. Иногда такое бывает. В принципе, у меня никаких проблем со здоровьем нет. Но вот иногда бывает, что вот что-то так вот, знаете, странное чувство. Я сейчас банан съел, так должно отпустить. Вот такие вот дела. Что сейчас буду делать? Сейчас я буду есть веганские бургеры. Взял себе вот в магазине вот такие бургеры прикольные. Они, ну, выглядят вообще как мясо, но они веганские. То есть на вкус обалденные, сочные. Вот на данный момент вот это самые охуительные бургеры вот в плане веганские, что я ел. Цены, конечно, их так себе, ну, не очень дешевый, но они того стоят, блядь. Так что вот у меня булочка уже приготовленная. Сейчас осталось только сгонять, пожарить эти котлеты. Ну и замучу небольшой такой мини-обед. Да, как раз у нас сейчас обед. Ребят, я знаю, что вы ждете от меня формат. В основном это когда я буду на скутере или на мотоцикле. Но иногда я буду записывать тоже, может быть, такие видосы. Ну, чтобы спонтанно, вот что вот. Ну, такой влоговый формат. Потому что, знаете, ездить на скутере, кататься и говорить об одном и том же как-то что-то. Ну, это не знаю, это должно быть тоже вдохновение. Сейчас у меня просто так... спонтанно была минута вдохновения, я вот нажал на кнопку на своей GoPro-хе и просто вот наговариваю на камеру, так сказать, что вот на душе у меня в данный момент, какое состояние. Ну, в общем, так, ладно.